Ну, кстати, по этому... Ну, нет, ладно. Самое хреновое то, что я индикатора не вижу. Так-то видно. А почему ломают? Пуль нет. А там подразделы, по-моему. Так-то прикол в чем? Ты видишь FPS, и они там цвет меняют. Запись, пауза, и ты видишь это. А так, блин, непонятно. Ты, может, нажал кнопку, а может, она не прожалась. Ты такой, блин, сплошь и рядом. Вот. И ты такой, блин, думаешь, записываешь, а в итоге такой херак и ничего. И сколько раз такое было. Вот. Поэтому приходится по-другому проверять. Типа альтабаться на нее смотреть. Вот в этом неудобство. Так, еще закину сюда. Вот, я еще вчера такой после... Мы разошлись, я еще, блин, долго не спал. И что-то Ой, прям... говно бежит, ой, Говно говно бежит. бежит. Так, там маленькое говно. Я что-то так подприуныл вчера. Значит, чего? Ну, блин, ну вроде... Ну, так круто ты такой сидишь прям вообще, да? Классно, а, блин, это ж... Как это правильно сказать? Типа, мнимый успех. Ну, типа, блин... Плане Классно... чего? М? В плане чего мнимый успех? Ну, то есть ты в игре такой что-то развиваешься, и ты такой испытываешь положительные от этого эмоции, типа, о, круто, я тут, у меня и это, да, а как бы лучше это на самом деле ничего не становится у тебя в жизни. Вот, то есть ты там, А, это-то, ну да, лол. вот, мнимый успех. И поэтому, то есть ты, блин, вроде и сидим круто, а я такой что-то вчера прыгнул, типа, блин, сразу же говнился. И, короче, контраст и все такое. И что-то прыгнул я так. И думал, может вообще скипнуть, типа, ну, там, прерваться, но я потом, Скипнуть факторку ну, не, и войти в жизнь такой, о, говно. ну, блин, в жизнь не войдешь, конечно. Куда входить-то, блин, было бы куда входить. Вот. Не, в плане, там, не знаю, над сценарием засесть. Чуть, вчера прям хотелось что-то такого написать, не то чтобы вчера, но я все равно вчера плохо себя чувствовал, я все равно ничего не написал. Я вчера фильмец посмотрел Я вчера по дочитал одно рекомендации. говнище, там на часок делов было. Вот сейчас 50 минут подкаст записывал. То есть там по двум третям минут 40 и еще по последней трети 50. Вот, что-то надо склеить. И будет, короче, Но я контент. все-таки хороший фильм посмотрел. Вот, а я что-то не то чтобы на говно подсел, но что-то... Ну просто, блин, берешь, Смотри, читаешь что какую-то хор... любишь говно обозревать какое-то? Ну, блин, Что, вот... какое оно говно? Ну да. Ну, блин, просто я хорошую вещь такую вот начинаю читать, у меня там есть парочку на примете. И оно такое хорошее, и ты такой, ну да, вот хорошая вещь, и вот, ну, и все хорошо, и вот тут и персонажи, и. Ну, что-то эмоции не вызывает, вот в чем прикол. Оно просто хорошее такое. Нифига. Но я тебе могу дать фильмец. Есть. Там не в персонажах прикол, там просто философский фильм. Есть фильмцов, хочу посмотреть. Че хотел? Что-то... А, я хотел Винни-Пуха посмотреть. Ну. Хотя говорят, что это шляпа, но. Там же Винни-Пух. А из. Я хочу про Блин. Пикачу. Про Пикачу должна быть вообще мега вещь. Ну, не знаю. Они, кажется. Все странные вкусы. Да и что-то на какое-то говно последнее время пересел. На какое-то днище прям. Ну да. Потому что что-то Бывает там. обычное, что-то уже не это, не штырит. И приходится приходится искать эмоции где-то за гранью. Вот, а еще, помимо того, что я вчера приуныл, я думал, где бы развить линию. Ну, то есть, блин, если я сейчас буду... Ну, как ее ставить? Вот просто смотри вверх. Вверху там вода, и там мало места. Ну, хз. Хотя вот... Доверху там норм. Чё, а что ты хочешь поставить? Я хочу переработку железа перенести куда-то. Так там Просто... нафига не оставишь вверху? Ну просто как бы ее нужно делать так, чтобы у меня. Ну, я хочу всю переработку в одном месте. Блять, что там ломает, что Ну да. ли? А Ну там пуль нету, Макс, надо топать. там это. Там Там пиздец. все хорошо. Лол, сейчас сломается. Ну, да.
принципе, это справедливо. Ну вот, я просто хочу всю переработку в одно место поставить. Типа, ну в одно место. А, блин, ты вон что сделал? Гибрид ты сделал. Да мне что-то впадло, лень было топать. Нифига, вот это да, мега это. Ну вот, короче, всю переработку хочу в одном месте. Там, ну, как мы делали с Каириусом и другим Максом. Ты видел, да, у нас там, как было? Да. Ну, типа, у нас там шло железо, медь, и вот оно так прям все. Ну шло. Как, я, наверное, не видел, я слышал. Потому что обычно я играл факторку в это время. Свою. Ну, по-моему, там все так делали. Судя по комментариям. Ну вот как бы так же хочу сделать. То есть нужна такая большая площадь куда все. А сверху там вода и руда. Но руду не хочется защищать. Я не уверен, что мне в высоту вот так хватит мест. То есть если вот это раз, два, то есть... Я хотел вот, вот как ты начал, видишь, где ты начал, да, вот левую границу. Вот от левой твоей границы, но левой моей границы, это в смысле... Ну, перпендикулярно влево, как бы, начать. То есть вдоль левой границы, но чтобы оно масштабировалось в левую сторону. У тебя вниз, а я в левую сторону. А начать от чего? А начать, ну, где-то вот, где пустая площадь в заборе есть сейчас, оставить там отступ какой-нибудь под текущий говнострой. Окей. Вообще я тут эту болтологию развел, потому что я жду, когда у меня тачка будет с этим. Нифига. Тачка будет у него. А я это уже лабы убрал, как бы. Долго будешь ждать. Блин. Точно, блин, вот я дурак. Я, кстати, вчера там еще минут 10 посидел, чтобы свое чуть-чуть. Я хотел после того, как ушел, еще такой, ну блин. Эмоций столько, хер, не уснешь, ничего, ни на что не переключишься, ни о чем не подумаешь, одна факторка. Я не умею, потому что по-другому, я если чем-то занимаюсь, то прям все. Так, это капитально так. Я думал... Вот тоже можешь в сингле зайти, потестировать там схем какие-то. Схемы. Не знаю, какие-то. Так, ну, в принципе. Еще. А как мы выключить придумали это? Ага, все. Просто ну, этот чертеж. А как его использовать потом? Как его где найти теперь? Shift B я нажал. Ну, создать новый чертеж. Нет, это новый чертеж. Ну и все. Все, что тебе надо. Нет, ну вот я, допустим, создал, так? Ну да. Ложишь. Ну, если ты создал, то, наверное. Не, а как я потом его где-то открыть? Ну, вот я нажимаю создать чертеж, так? Он у меня создался, наверное. Ну, как предмет его нету. Я его не могу. Я его даже. Он должен быть. Нет, я его даже положить никуда не могу. Ну, странно, не знаю. Разберись. Ну вот я и хочу. Я какой-то, по-моему, я что-то нажимал вчера, и у меня там был такой, знаешь, другое немножко окошечко с... Там были чертежи, типа мои чертежи, твои чертежи, как, ну, как разделы какие-то. Блин, тут вообще за экран заползает окно. XT-вебку вроде перестал. Во! На B, просто B. Так. На B? Просто B. А что там на B? О, чертежи. Нифига. О, так тут нормальная менюшка. Угу. И, типа,
ты такой. И она у тебя там сохраняется слева? Да вот. Не пойму я. А, вот, то есть вот этот чертеж ты сделал, нужно его положить, вот чертеж этой игры, я туда кликнул, и он туда засунулся. Ого, а у меня теперь есть чертеж твой. Да, и они общие, ну, то есть я вижу и твои, и свои, видимо. Ну это говна, Кускман. А я могу это как-то выкинуть? Все, теперь это навечно. Ну, например. Так, а где? О, вот есть. Все, вот это норм. Сейчас все. Я пока подожду там машинку. Лол. Нет, это не готовый чертеж еще. Блин, где эти опять? Я все просрал. Блин. Ой, кус. Говно. Я прям обосрался что-то. Они прям на меня бегут, и тут турели включаются, и это, громко. А я стою на царе КП. Это моды ведь делают вот эту вот штуку, да? Это не ванильная же функция? Ну, с чужими, то, что, да, то, что это вот так оно тебе. Нет. Нет. Блин, я просрал все. Чего ты просрал? Такие, блин, банки, я не могу их найти. В смысле, какие банки? Где они крафтятся? Третья вкладка в конце. Но они там, да, теперь, они немножко не на той позиции теперь находятся просто. А, в конце строки. А не в начале. Так. Ну, окей, я тогда все равно без дронов начну собирать что-то, потому что... Ну, да, блин, твой прикол-то в том, что уже... Я не могу сейчас заисследовать. Не, все равно первую эту схему все равно надо собирать самому. А, ну да. Это ж потом я раскопирую ее. Так, ну все начинается, насколько я помню, с двух промыщиков. Одна дробилка на два промыщика. Здесь я оставлю место под какую-то шину. Пусть будет. Здесь я отставлю место под говнострой. Оборону я тоже дронами перенесу чуть-чуть. Как только у нас... Как только так сразу, короче. Так, а где у меня... Вот, а еще я вот что приумыл. Вот ты зря говоришь, типа, что-то сложно. А мы ресурсов-то что-то особо и не потребили. Ну, то есть мы сколько там? Ну, 1100 железа мы, наверное, съели там 150 за всю игру с самого начала. Но это же немного. А у нас еще 500. То есть мы прошли, ну, два пузырька прошли за 100 тысяч. У нас остается еще 600. При том, что... Ну, ты учитываешь, что сейчас пойдут... Чем дальше, тем... Ну, понятное дело. Но я боюсь... Ну, то есть, не то, что боюсь, но... Такое ощущение, что мы пройдем вообще всю игру, и нам хватит буквально, ну, не стартовых ресурсов, а вот которые ближайшие. То есть стартовые плюс еще одна жила, и все. И нам этого хватит. Вот. В этом плане Extended, конечно, там ебашил, когда там по 1200 банок надо было, и поскольку там по 600 банок, ты, конечно, очень много нужно было добывать. То есть ты только там поставил эти, на новую жилу поставил буры, протянул туда рельсы, и хопа, о, одно исследование исследовал. На одно исследование хватило. Что-то банки не едут. Ну что, тебе что-то не хватает, может? Что-то не едет стекло, по-моему. Нет, но стекло мало плавится. Да, то, а, стекло мало плавится, да. То, что вот этот поток есть, это вообще ни о чем, я тебе могу сказать. Ну, короче, а я знаю, почему он мало плавится, потому что я там не все его свожу сюда. Но я мне он тоже... место свел. Но мне тоже как бы... А, там есть, кстати, еще одно стеклоплав сверху. Там еще есть, сверху. Да, я его не подвел. Его бы подрубить. Я его просто типа такой оп и... Ну говностроем подрубишь там вот сверху.
Там тоже печки, их можно, кстати, убрать оттуда нахрен. А где печки? А где дерево, лесопилки? Вот чуть выше тебя и правее. Вот оттуда можно подвести, кстати. Тут не уверен, что ты что-то получишь. Чё? Вот а ты... еще выше и правее. Вот, вот теперь правее, теперь просто правее. Во, видишь? Хотя я хотел вообще разобрать эту конструкцию. Ну, тут тоже стекло плавится, но оно не просто в печку лежит. Оно идет куда-то. Оно... Блин, оно тут плавится, и я туда доставляю, это не плавленное, вот в чем прикол. Ну так вот, может, убрать печки и просто стекло подрубить к ленте к твоей? Можно, но я не знаю. То есть оно я что? Я оно... просто вот эту херню сделаю, которая тут стоит. Тут вообще неправильно. Блин, сделано сейчас. А я что бежал-то? Я хотел... Опа, лихай. Закончи? А, подожди, еще сами... Вихайку. Ну, последний... Краулер сам нужен. А, нифига. Я вообще чувствую, что сюда бежал. Я хотел... сделать еще ящик с шестеренками, чтобы не вручную, но что-то так вяленько. По ресурсам, по железу. Надо расширять, вот, собственно, я этим и занят. Просто шестеренки крутить в руках уже ничего не хочется. Вообще ничего не хочется в руках крутить. Mm-hmm. Во. Норм. Теперь норм. А что ты сделал? Ну я переподрубил. А. Стекло в другую сторону провел. А оно туда, что ли, уезжало? Ну тут тоже мало, на самом деле. Этого очень мало. Стекла нужно очень много. Ее нужно очень много, а у нас есть очень мало. Вот. Богатый словарный запас от Сереги. Да блин, я что-то устал, блин, так сегодня. Еще в бассейне уплавался. Короче, нафиг это говно, тут стекло не нужно плавить теперь. Да я и говорю, может быть вообще всю эту выплавку перенести, то есть сделать массивную выплавку, ты же воду подвел к себе, сделай, может, выплавку себе специально. Вот. Ну, только... Ты там сделал уже. Нет, в плане не выплавку самого стекла, а как это, выдрочку песка, короче. Выдрочку песка? Ну, что она там делает? Ну, что-то не знаю, мне лень. Давай я сделаю, только скажи где. Ну, блин, ты сделаешь, конечно. Блин, не хочу оттуда везти ничего. Ну нах. Давайте сплетим, говорю, давайте специально. Я тоже не хочу вот эту конструкцию везти, забей. Давай ее просто разберем. Она говно. Окей. Тогда перемести ее просто чертежом ко мне и все. Да нет, ее надо переделать. Она переделать. Надо переделать, Макс. Вот посмотри. Если хочешь посмотреть, как надо, вот я тебе могу показать. Да не надо. Там. Верю. Там просто намного эффективнее рецепт. Можешь, знаешь, где сделать? Можешь левее моего забора сделать. То есть, типа, еще один блок. Ну, где у меня просто вот тут ограждение есть, где я бегаю. Вот левее него. Ну, как бы забор только, нужен. Только запаса. Ну, оно будет, но еще будет. То есть, типа, отдельный блок. Ну, там извлекатели есть грунт. Так, я уже забыл, сколько тут. 12 за 2 производится, потребляется. Блин, может, там тебе отключить песок? Что повесить, нет? Не, Макс, мне нужен песок. Мне для банок этих нужен. А, ты банки-то уже... Так вот, мне тоже для банок. Но раньше мои банки ехали к лабам, а сейчас ты их просто отрубил, что ли? В смысле? Твои банки едут ко мне. А, ну вот, как бы, ну все. Я их у себя собираю. Ну вот, значит, все там по делу. Тут, конечно, тут эти наборы поставил нарубить, а он не все забурит таким образом. В смысле? Че? Ну тут остались пробелы. Ну, короче, будут буры свободные, я поставлю их. Так, ладно, сейчас я соберу конструкцию. Это я все отсюда снимаю.
Блин, у меня сейчас весь инвентарь будет засран почвой. Просто весь. Вау. Наверное, да? Так. Ну да, прилично уже. Мне, блин, надо найти военные банки, чтобы сделать. Давай, что сегодня можно сделать, я думаю... Военные? Военные и третьи. Насчет третьих не знаю, я сегодня планировал... Блин, что-то отрубилось тут все. Ёж. Окей. Я сегодня просто хотел рефакторингом базы заниматься. Таким. А что рефакторить? Там рефакторинг, в принципе, это дело простое. Просто переезжаешь на новое место и строишь все снова заново. Да, и строишь все то же самое. Нет, в плане переработку руды сделать с промывкой на новом месте, ну, дроны, оборону попереносить, ну, чтобы территории у нас было больше, ну, чтобы еще больше территории стало. А что там сверху происходит? Интересно. Вот, всю оборону красиво сделать, то есть не как сейчас, а с дронами проездить. То есть, я думаю, это прилично так времени займет. Ну... что ли, не исследован оборонный пакет? Кто? Оборонные пакеты? Ну, я их, кстати, не видел в чертежах, если что. Ну, у нас не видел. Может, и не исследован. Ну, видимо, не исследован, нам надо исследовать. Кстати, тут еще прикольную фичу, которую я заметил 5000 лет назад, но так что подсветка одиночных подземников. Это мега вещь. А, ну да. Не знаю, ванила это или мод, но это прям штука. Ванилия, ванилия. У тебя не было, когда ты на своей сборке играл? Да, по-моему, нет. Значит, это такая элементарная вещь, это мод-пак. О, прикольно, здесь теперь вот эта вся лента угля не нужна. Кстати, у нас электричество. Ну да, что-то проседаем. Потому что моя штука не работает. Надо, я хочу, хотел тоже ее переделать. Блин, похавать, кстати, надо, я что-то проголодался. У нас так на базе сразу опустело. В каком плане? Ну, блин, лабу убрали, эту выплавку стекла убрал, выработку песка убрал. Сразу такие пространства образовались, типа, зачем-то. И ты их так и не используешь в итоге, потому что ты строился... Ты оттуда все как раз таки переносил. Так. Да, у меня куча почвы есть. У меня есть сейчас скажу, сколько у меня извлекателей почвы. 6 извлекателей грунта. Но я не знаю, нужен ли тебе тут 6. Давай я тебе сделаю 6. Мне нужно 6 еще 6. Что-то как он там. Что-то про сыпучие. Че? Ботанический шахт. Пастбище, платформа. Блин, а где? Сепаратор шипучих частиц. Блин, они там турельку почти сломали сверху.
Опа, я тут, оказывается, отрубил полбазы. Фига. Ну, не полную, а какую-то часть. Что-то какой-то столб что где-то убрал лишний. Ну, видимо, центр базы будет потом под что-то такое, что не сильно масштабируется с развитием. Типа, ох, ни хрена, тут 14 тысяч схем второтирных. Mm-hmm. Нормально так. Вот, 14 тысяч? Да, 14 тысяч. Ты ящик не оградил? Вообще, кстати, надо оградить ящик. Куда нам столько? Они так да, бесконечно будут жрать. Ну, такие, пусть. Как бы. А чё, нельзя? Ну, можно, но зачем? Ну, чтобы было. Ну, я 12 тысяч поставил лимит, хватит. Вот, я еще насчет темы, то, что я тут приуныл про потребление-то. Вот, то, что мы, блин, две банки, ну, два этих прошли уже, два тира, а на самом деле хватило всего двух сортировщиков на железо. То есть оно не сильно-то увеличилось в итоге в размерах как-то. Да, как по железу, ну, хз. Мы же не делаем просто вообще нифига, мы не делаем нормальных патронов. Вот, ну, я надеюсь, в дальнейшем там у нас разовьется, больше всего станет. Потребуется, иначе что-то будет. Я буду подразочарован. Надо будет хай-тэч ставить и экстенд. Например, меди у нас. У нас медь потребляется нормально. Я только что нашел, где она потребляется и почему. Ну да. Ну же ты схемы бесконечно делаешь, там, блин, 12 тысяч схем такой сделал. Так производство ради производства. Ну вот, а ну. Нужно больше микросхем. И чтобы им было много. Так, сколько у меня появилось? Так вот, извлекатель грунта. У меня только два спучих. Еще два. Сейчас я еще быстрый манипулятор могу поставить на это, на микросхемы. О, вот, кстати, и бур появился. Халявный. Еще была какая-то прогалина. Кстати, поток-то довольно вот слабенький. Кого? Стекла или банок? Не, у микросхем. Надо увеличивать производство. Ну вот сейчас, блин, машинка будет. Наверное, можно будет. То есть, тут конвейеров не хватает. Короче, они все сжирают. По железу? Производство конвейеров или что? Не, тут, короче, не успевают. Ну, конвейер, пропускная способность конвейеров маленькая, поэтому... Увидел. Ну, вот я тебе про что говорил, что... Ладно. Что на одной... Конвейеры. Что на одной очень хреново получается из-за того, что... А у нас же быстрые должны быть, Макс. Или... Ну, да, я сейчас их сделаю. Все, там... Все. Все? Да. У тебя, кстати, выход-то есть вообще? Ну, там, в смысле, выход. Ну, ладно. За забор. Ну, там, где шина. Так, а куда он... Вот ты поставил генератор грунта, извлекатель. Он что, ничего не делает у тебя? Просто извлекает, да, что ли, пока? Извлекатель грунта я ставил просто ради того, чтобы мне побольше плантаций было сделать. Сейчас. Блин, у меня просто нереальное количество. Да, забей, можешь...
можешь эту херню убрать. Игру себе забери. Да блин, у меня, знаешь, какой-то грунт 60-80 тысяч почти. Ну хорошо. Я сейчас его куда-нибудь всуну. Тебе не нужен грунт? Тебе не нужен кислород? Я что-то там на кислород, кстати, нашел, нужен уже там. А вот и нифига, я вчера посмотрел такое на это все дело, а там кислород забит и зажигаю. А ты сделай, там клапан можно сделать, типа он пропускает только если давление выше 80%, то есть если он потребляется, он не будет сжигать. А где этот клапан? Сейчас скажу, предпоследняя вкладка, вот так, Overflow Wavels, да, Overflow с красной ручкой, которую видишь, он типа... Когда input больше 80%, uh-huh. А есть что еще, allow spawn injection, ага, ага. Ну вроде оно так работает, как я тебе сказал. И если, еще есть, если меньше, меньше 80%. Тебе нужно, да, больше, это, то есть, это, то есть если у тебя там переполнение в трубе, то он включается. Ну, я так понимаю, да, так работает. Ну да. Но, собственно, для этого он должен быть. Да где ты, ё-моё? Вот извлекатель грунта. Вот здесь норм будет, если я поставлю. Блин, я... Посмотри. Блин, я не могу... О, говно, я не могу удалить через карту. Что мне надо? Макс, вот здесь будут нормы извлекателя? Так, а ли? Ты забор стер, что ну ли? Да, я хочу здесь поставить. Да блин, левее сделай. Вот. Еще левее? Вот, вот. Здесь? Угу. Типа вот здесь? Да, да, но. Ну пока 4 поставлю, там видно будет, как это заработает. Просто чтобы пространство было, чтобы тут всякие конвейеры фиговно можно было протягивать. Ну я понял. Запар. На всякий, на запас был. А я ничего, я побежал, блин, мне там надо убрать говно. Еще надо сделать по ходу производства. Производство конвейеров красных. Нам так-то манипуляторов бы еще производство. Манипуляторов? Ну, а хотя... манипуляторов и сами сделаем, но вот конвейеров мы сами не накрутим в руках. А что, их нельзя в руках, что ли, крутить или что? Да мы их можно, там шестеренок до хрена надо. А, ну так и железных ты имеешь? Так просто шестеренки крафтить. Я там, кстати, сделал автомат на сборку шестеренок. Ну блин, я все равно в рюкзаке, блин, таскать по 10 тысяч такое. Ну ладно. А где этот рецепт? А вот он. Так. Опа. Все, сбагрил я свой песок, грунт, почву. Короче, все сбагрил. А, ну они по 2 же перекладывают теперь, да? То есть мне нужно за секунду переложить 6 по 2, ну нормально. Вот, теперь микросхемы делаются, ну, приемлемо, в принципе. Ну да, шашлыки явно это, шустрее стали сюда доезжать. 4К схем. Все. Ну. Так. Вот, видите. Так. У меня на выходе 4 дресни. Да. Я просто думаю, как это сделать. И это все за 3 секунды. Ничего себе, ничего себе. Что за фигня?
Извините меня. О, можно переопределить. Что происходит? Что где происходит? А, я разорвал цепь, что ли? Блин. Не так, как я хочу, это выглядит. Хероватенько выглядит. Сейчас я хочу 2 на 1. Вот мне... А, ну пойти 2 на ближнюю будут, а 2 на дальнюю будут. Кстати, а что не работают эти? Водород занимает. Нифига себе, это уже что-то новое. Нифига. А что там с ним? Он не потребляется, что ли, в нужном количестве? Ну, типа того. Ну да, не потребляется в нужном количестве. Просто если я еще и на водород сделаю эту фигню, то это будет не то чтобы слишком эффективно. Блин, сделать бы что-нибудь, типа, вот если у нас есть кислород и есть водород, то тогда, в принципе, можно включать некоторые заводы. Ну, а если нет какого-то ресурса, чтобы побольше, ну, который завикидрялся, вот это было бы круто. Но это только с логистической сетью, наверное, я сделаю. Так, что есть? Что есть, кстати, она? Чё? О. Да, логистическая сеть? Обычная. А там, короче, что было, эти модули какие-то логистические? Нет, о, вот. С ней, ну, а куда ты кислород потребляешь? В производство газа. Газ, да. Мог. Да. Мог. Он, кстати, его что-то, видимо, до хрена, то что он... Ну да, его до хрена. Там тоже надо как-то сделать все по красоте, бам. И он, я так понимаю, не тратится, потому что там только один карьер. На него столько не надо. Не, там, подожди, там должен потреблять газ, труба газовая. Но она почему-то не потребляет. Газовая труба? Ну, газотурбинный двигатель. Ну, я не знаю. Ох, ни хрена, там сверху так... Макс, там сейчас сверху вынесу. А чё там такое? Чё там? Да нет, вроде не вынесли. Но они что-то переместились вдоль забора почему-то на другие турельки. И их там вынесло уже. На оборону там, конечно. Вот видишь, вот ты сейчас где там турелька была одна, ее сломали, там бы штуки 3 поставить. Блин, у меня. У меня вроде была. Во, держи еще. Так у меня, блин, патронов нет. Вот. А, ну у меня их тоже, кстати, нет. Вот чем прикол. Сделаю так. Так, что там идет в отходах там? Крупнозернистые камни, лаймстоун и органик. Подожди, а куда ты еще-то потребляешь газ, я не вижу. Вот. Вот левее, видишь? Нет, не вижу. Вот такая палка стоит с желтым. Как газовый комфорт. Вот, стой. Вот оно. Нифига.
А можно сюда картошку подставить? Вот видишь, вот который правее нее карбюраторный блок, вот он должен потреблять газ, но почему-то не работает. Так он употребляет другой, он потребляет угольный газ, а у него кокса нету, кстати. А, ну потому что, да, я кокс туда не подвел. Молодец. Я забыл совсем. А, я не помню, почему не подвел, мне было лень, по-моему. Ну, это... Это... Вот, вот, вот подвести нужно туда кокс, и эта штука будет работать. Тут просто нет нигде кокс. Ну ладно, сейчас сделаю. Вот тут уголь есть. Сейчас. Отдельный бур сейчас поставит туда и будет кокс делать. Ну ок, ок. А чё? Так, сухие отходы ведь там. Да. Чё, нет? Нет, подожди. Зернистые камни, лаймстон, органика. Было бы легче, конечно. О, камни нашел. Лаймстон — это тележка такая. Только здесь нет этой тележки. И органики что-то нет. А где в других местах? Блин, игра «Найди тележку», блин. Лоу. Да нахрен знает, где может быть у него. В любой вкладке. Ну да. Construction, Report, Heil, генератор. Так вот же она... Не, мне там мне нужна... Там она... специальная тележка нужна. В смысле, Crowded Construction, Heil? Нет, не об этом. Я про ресурс в виде тележки. А чё за эти... Чё? А, в смысле, ангеловская? Ну, вот она не ангеловская, но вот ее нету во вкладке не ангеловской. Что-то она где-то в другом месте. А в ангеловской вкладке там куча тележек, но там нету нужной тележки. Какая тележка? Да забей. Это не совсем тележка, это, наверное, коробка. Ясно. Так, ладно, мне нужно... Я сейчас легче произвести будет все-таки одну штуку и... вставить фильтр. И тележку, и это. И органику. Вот здесь даже вот конвейер на две ленты кладет, но это не фича, это баг. Тут война происходит прям под боком. Так, ну вроде все.
Как его подвести туда? Вот я поэтому и не подвел. А зачем тебе тут руда? Вот так вот. Вот это не нужно, да. Ну, вообще, там планировалось, что я туда вверх масштабироваться буду, но что-то уже не буду. Ну, видимо, не будешь. Видимо, уже не буду, да. Вот так масштабируемое... Немасштабируемое. Производство превращается в говнострой. Вот так масштабируемое просто превращается в немасштабируемое. Да. Легким движением руки. Легким движением другого происходит. Ну все, поп есть. А все это надо было триэтильных курат вставить. Все. Хоть Шнегина поднимал. Так, вроде избавился от праху. Так и что, оно работает, что ли? Ого, работает. Но оно нестабильно работает, там задержка есть. Может быть, в упор поставить вот эту палку? Блин, а почему такая фигня? Не, этих цепей. Ну, то есть, видишь, она вырабатывает... То есть, оно вырабатывает... Оно там, там, видишь, то есть... где-то секунда простой идет. Точнее, слишком быстро горит, короче. Ну, горит быстро, но оно сгорает на секунду быстрее, чем вырабатывает. Попробуй ее убрать, вот эти трубы, которые идут от карбюраторного блока, и в упор поставить. Может быть, там вот это время чисто через из-за того, что по трубам течет. Пробуй в упор поставить. Нет. Да попробуй. Не по трубам. Не хватает самого карбюратора. Ну попробуй, Макс. Вдруг сработает. Что? Не сработает. В упор это... попробуй. Я говорю, не сработает. Ты что, прикалываешься? Тут просто карбюратора не хватает, он медленнее это делает, чем успевает сгорать. Точнее, выгорает. Ну, понял. Тут надо два карбюратора. А два будет с излишком. Тут нужно... Ну тогда 4 на 3, да, я не знаю, как там. Там 11 на 10. Ну, вот, что тебе прикол должно быть. Ну, ты понял. Или просто 2 на 1. Ну или 2 на 1. Но я не уверен, что там вырабатывается в нужном количестве газ, который потребляет карбюратор. Чтобы там 2 можно было поставить. Видишь, из-за этой нестабильности получается у нас электричество вроде есть, а вроде нет. То есть, то нет. Ну, оно... Типа у нас, о, 32 мегаватта избыток, 32 мегаватта, оп, на секунду 25 дефицит. 32 избыток, 25 дефицит. Это херня полная. Поэтому, тут, кстати, херня полная в том, что ты молодец. Я? Да. Ну ладно, хоть так, пока будет, дальше разберемся. По крайней мере, оно хоть в каком-то варианте сейчас работает просто. Я тут переделаю выплавку из стекла, потому что это говно, короче. В смысле говно? Там нормально все? Не хватает, короче, половинки ленты, чтобы провозить столько стекла. И даже если я поставлю сейчас сюда быструю ленту, то все равно не будет хватать. Ой, половинки. Видишь, что? Говно. Видишь, какое говно? Какое говно? Половинку? Ой, быструю ленту. Ну попробуй, я уверен, что этого все равно не будет хватать. Ты понимаешь, там нужно 20 стекла в секунду, по-моему, или в 2 секунды. У тебя есть шестеренки? У меня железо есть. Ну, давай железо. Ну, куда его тебе положить? Ну-ка, а подожди, я могу вот так сделать? Оп.
Ты по... Там, кстати, опять кончились патроны на турельках. Я бы рефакторнул вообще подачи песка. Но быстрая лента, она в два раза быстрее, чем обычная. Ты либо заменять будешь вообще... Не-не, я там чуть-чуть могу, я чуть-чуть могу переделать. Я чуть-чуть могу переделать. Там легко, у меня прям мысль есть, как это можно реализовать. И оно не будет говностромить, я точно говорю. Там красиво сейчас. Сейчас я сделаю, короче, приду, сделаю. Да не надо ничего делать. Макс, там все будет. Все нормально. Вот сейчас все стало в два раза лучше просто. Ну все говностройство у тебя, понимаешь? Где говнострой, в смысле? Это не говнострой, это просто недоработок, то, что у нас нету еще быстрых лет, более быстрых. Нет, Макс, ты используешь этот прием, типа на одной ленте два ресурса, это шляпа. Нормально. Тут шляпа. Че? Ну, так и если просто делать на одной ленте один ресурс, то тебе придется прокладывать вообще всю красную ленту. Да не, Макс, сейчас я сделаю, ты сейчас увидишь, там все будет четко. Эта схема с печками, она вообще такая древняя, как мир, кстати. Тут, кстати, а что ты хочешь сделать? Мотор собираем. Сейчас тут вообще мега легкий фикс. Мега легкий прям. Какой мега легкий? Если ты сделаешь на одной ленте, вот, ну то есть всю ленту под один ресурс, она все. А, блин, зачем я ее снял, кстати? В смысле не будет? Я не знаю. Ну, она в два раза быстрее, чем это, то есть она полностью успевает выкладываться. Нет, вот смотри. Этот рысок, он весь сейчас выкладывался. Понимаешь? Если ты сейчас так сделаешь, то же самое будет. И он будет так же само не доезжать. Ну. Потому что она в два раза быстрее. Ну ты эту просто красную поставишь сейчас. Все, то же самое. Нет, сейчас красную еще. Да, всю красную, блин, тянуть вот сверху, да. Нет, Макс, сейчас все будет. Макс, я тебе серьезно говорю, эта схема, она настолько старая, как, не знаю, как говно мамонта. Ну, я обычно делал как? Я делал вообще-то по центру. Типа две ленты. Я просто тут одну сделал, потому что, видимо, лень была. А ты сейчас делаешь хазачок. Так, сейчас. Ты бы просто, блин, печки переставил тогда правее чуть-чуть, чтобы две ленты по центру вмещалось и все. Ну, под две ленты я не знаю, стоит переделывать или нет. Тоже мысля сейчас пришла. То, что сейчас я хз. Ну смотри, это закладка угля, там много угля не надо, она редко закладывается, и тут будет справляться. Да, по-моему, костыль. Нет, вообще не костыль. Вот. Макс, ты схемию, я тебе серьезно говорю. Это костыль. Да не костыль. Ну это твои ты так делала, я делал всегда по центру двери ставил. Я говорю, это я сейчас поставил одну ленту по центру КЗ, почему? Блин, тут немножко криво получится, по ходу дела. А что там происходит, интересно? Это что-то сломали. Да, ну тут забор не полный. И турелек мало. Там не забор, там просто вот вроде нет. А и дать ей патронов я не мог, потому что у меня у самого нет. Вот. И вот эту ленту тоже можно развернуть. Потому что ты тянешь, блин, одну и ту же ленту дважды вдоль вот этих печек. Чё? Вообще... Ой, вот это не делай. Вот это не делай. Не, Макс, блин, да я закончу. Не делай говна. Вот это не надо так делать. Макс, тихо ты. Ну, блядь, ну что ты делаешь?
Да блин, я говорю, не надо так делать, почему? Потому что у тебя идет выкладка на одну сторону. Да я сейчас сделаю, блин, Макс, так я тебе говорю, нет, не знаю, какой то. Что? Будет сейчас выкладка на две. Так, подожди. Так, мне нужно, чтобы вот это... Ты сбиваешь, блин. Вот, нам нужно просто, чтобы она на ближнюю попадала. Блин. Я не знаю, зачем ты это все делаешь. Просто вот, вот это, чтобы лента втыкалась в ближнюю. Так а чем это нам поможет? Ну, так она переместится с одной ленты на другую. То есть ты просто, блин, стыковкой заставишь ее попадать на другую часть. Да, вот типа того. Во. Да, вот. Вот это я и хотел сделать. Вот и все. И этот человек говорит мне про костыли. Типа, не чтобы просто такую закорючку сделать. И он тянет дважды вдоль печки ленту одну и ту же. Сначала в одну сторону, потом в другую. Ну, оно работает? Ну, но теперь-то оно... Оно работало. Оно теперь лучше работает. Нет, так же. Оно меньше места занимает. Теперь здесь вот эта лента... Господи, здесь... я все делаю с запасом. Видишь, запасом, то, что у тебя песка не хватало, да, на печке. Запас, Макс. По месту. Вот. Теперь вот это место, которое у тебя была вторая лента, здесь идет лента с углем. Видишь, все ништяк. То есть осталось только вот это подрубить. Ну вот, конечно, ультраговно. Ну ладно. Мне лень переделать. В смысле ультраговно? Это суперкомпактность. Ну, потому что... Да это не суперкомпактность, надо просто было печки сдвинуть на один блок, надо что-то падать, конечно. Это поможет. Ну да. Лол. Ну, сейчас я наверчу. Вот чтобы вот здесь еще. Ну, тяни с базы тогда. Не, почему с базы? Вот здесь. Либо делай быстрый этот... Подземник нужен быстро. Не, не подземник. Короче, быстрый... Ты должен с двух лент тогда еще подрубать. И у тебя должен быть быстрый разделитель. Вот, да, он быстрый разделитель. Не, там просто с двух лент совмещается. Здесь нужен быстрый делитель. Ну, и оно, в принципе, нормально станет. Ну, лучше, чем сейчас. Но только теперь тебе надо еще это увести куда-то через жопу. Ну вот здесь вот надо вот как-то вот подрубиться. Ну да, дерево. Теперь тут надо все переставить. Подожди, ничего не надо, Макс. Сейчас есть фикс. Супер фикс. Ой, что ты делаешь? Ой, не, по-моему... То же самое, что у тебя было, только в другом месяце. А, ну... То же самое. Ой. Ну это сейчас с подземки пришло просто. Странно, я думаю. Ну ладно. Все. Я не знаю, я не буду делать. Ну, то есть, я бы типа сделал вот типа того. А там бы убрал эту херню. Ну, это ж на твое усмотрение. Что? Чтобы было видно. Ну, я понял. Ну так оно. Мне кажется, вот так оно намного гармоничнее выглядит, эта система. То есть у нас ленты с углем есть, ленты с песком. Да блин, лента с углем просто, мне не нравится. Просто понимаешь, в чем прикол? Нет, понимаешь, чем моя логика мотивирована? У нас песка нужно много привозить, да, и ты эту ленту постоянно хочешь ускорять. У тебя будет третья лента, потом там четвертая, десятая, так? А угля тебе много не надо, тебе не нужна большая скорость на подвоз угля. Да я понял, но я просто обычно делаю две линии по центру. И все равно ты делаешь две линии по центру, а уголь все равно по бокам вот так подводишь. Нет. Да. Уголь. Ты все равно. Нет, ты все равно сохранишь. А, понимаешь? Смотри, у тебя две ленты, так, по центру. И ты ее все равно вниз можешь тянуть, и она намного больше отмасштабируется. Потому что у тебя будут все две ленты заняты песком. То есть у тебя будет, условно говоря. Да не две ленты, одна лента углем, я говорю. Нет, а я тебе говорю, вот. А я тебе говорю, вот как. А, можно, знаешь, как не две ленты, Макс. Три ленты, типа по центру уголь. Три ленты ты не сделаешь, по-моему. По-моему, можно. По-моему, делают. То есть центральный это уголь. Этот же дальний, он через два перекладывает. Можно так сделать, можно.
У тебя центральный уголь. Ну, там странно получится, там еще с дрельными манипуляторами. Тоже, как-то, ну, почти как сейчас. Это почти как сейчас, ничего вообще не будет. Там, короче, центральный уголь от угля рядом, ну, по краям. А, типа. И длинным. Там, типа, берешь... каждая сторона забирает со своей ленты, что ли? Ну да. То есть у тебя получается. А, ну так тоже. Каждый... Ну это если дохрена ресурсов. И тогда эта линия, она очень длинная получится, при этом у тебя будет хватать скорости. Вот я тебе про что. То есть у тебя будет максимум использоваться пропускную способность самой быстрой, а уголь не будет сильно отвлекать. Да, я вспомнил эту схему. Да, вот это тоже, кстати, нормальная схема. Но у нас проблема что-то с электричеством, да? Мы сидим по электричеству. Ну как с электричеством? Я там что-то наделал, конечно. Ну, спасибо. Ну, блин, карбюратора два надо. Ну, там, да. Если будет два, то уже. Ну, вообще, у тебя тут, по идее, печка, печки... А, им скорость, ну, им скорость закладывания не хватает из-за того, что они, это... Чего? Медленно работают без электричества. Ну, там как бы электричество-то ненадолго проседает. Но можно быстро просто сюда поставить. Тут нужно закладывать 20 песка, ты учти. Это... Да нахера. И закладывают они по два. Раньше они по одному ресурсу закладывали. Ну, по два, но этого все равно не хватает. Ну, видишь, печки не все горят. Можно точно. Быстро язык. Мне кажется, быстро нужно поставить. Что там, кстати... Но они сжирают вообще весь песок, блин, тут даже от того, что есть, не хватает, смотри. Вот и... Смотри просто, сколько они его впитывают. Там 20 ну, песка да. нужно на это стекло грёбаное. Да, ну и все. Но все равно дефицит, да, его все равно не хватает. Ну, его... По-моему, даже не хватает. Это же этих... Можно по два быстро, короче, ставить. Не-не, этих хватает... Ну, да, если бы была полная, скорее всего, бы не хватало. Но тут проблема уже сейчас не в манипуляторах, потому что песка столько не едет, сколько... Сколько надо. Давай, наверное, делать. Следующие схемы делать Т3 и делать еще более быстрые. Я еще предлагаю минут на 10 прерваться, пойти перекусить. Ну, давай. Угу.